Катю Приходько. А мы сегодня с друзьями Александрами. Привет. Дай. И Татьяной. Выбрались на рыбалку. Поедем на озеро. Как говорится, попытаем счастье. Что поймаем, то поймаем. В общем, потихонечку поехали.
Тимоха. Тимоха, тебе надо прям по морде вот хочешь. Свою, да? А? Тимоха. Тимоха. Че ты тут нашел? А? Тимоха. Ну видишь, что тебе не хватает милоты немножко. Сотка бур после 130-го вообще как-то как по маслу. Ой, я представляю, что там. Очень да, надежно, потому что все обыскали, нигде нет. Окунь. Подожди, да, пришли. О, нифига, они там в ямке сидят. Где-то тут рядом. Еще два или три. А, они... смотрят на мормышку, которую я играюсь. Тогда. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Поподробнее мне здесь. Скину тебе. Это клевка была. Удар был. Только приконка упала сразу по клевку. Часика два, уже в палатке сидим. В общем, пришли к такому выводу. Надо, наверное, сегодня лунок побурить, походить, погулять в ту сторону. Вот. И где найдем плотву, соответственно, там и сядем. По крайней мере, завтра, может быть, сегодня и здесь будем. А может, даже и сегодня перебуримся. А пока не очень, что-то не клюет. Видимо, здесь с плотвой туговато. Надо ее искать. В общем, чем мы сейчас и займемся. Ты как хочешь бурить? Так? Вот как идет именно угол. Вот так и надо бурить. Короче, от того мыса, наверное, метров... 30. Ну вот так вот проехать нормально будет. Ага, боится. Саня поехал рыбу загонять. Сейчас тропу там пробьет. Пойдем лунки бурить искать. Где у нас тут прячется плотва. Сороки дерутся где-то. О, хороший кусок попался на нимфу. На зелененькую, как обычно.
микроокунь. Начиная с этой лунки, вон такая вот фигня клюет одна за одним. Походу вот туда надо идти, на твою маленькую, если что там, или подсадить опарыша одного, или что. Пробовать дальше пробивать отсюда, ближний не надо. Да мелкий окунь клюет, пока на жерлице наловлю. Жерлицу лучше мелкую плотву. Я знаю, но пока ничего нету, если что, отпустим. Не хотят рыбы ловиться. Что, у тебя в палатке тоже тихо, да? А? Тоже тишина? Тишина, вот то, что одного окунька, не больше я не куплю. Давай, черпак. В этой ты лунке видел кучу рыбы, да? В этой, да. Кучу рыбы, а рыба не клюет. Поклевывает, но он мелкий весь этот окунь. Да, я видел, что я. На мелкую вот мормышку в каждой лунке почти клюет. Я тоже поймал полосатика мелкого. Окунь-то клюет чуть больше пальца, блин. Иди домой. Тебя-то уж некуда. Ой, живец уже есть. Будет смысл на окуня, не будет. Обычно плохо клюет на окуня щука. Такой же. Ага, здесь вода под этой стороной. Привет, рыбакам. Здорово. Блин, на той стороне вообще нифига не клюет. Так, у нас тут камера, если что, уберем все, не переживайте. Ого, елки-палки, а тут же свои вообще. Здорово, Сань. О, елки-палки, клюет, да, плотва? Потихонечку, помаленьку. А там вообще полный голь. Вообще, ну, окуня немножко нашли. Ездили часа два, наверное, назад. И там плохо клевало. Вот на тех палатках. Ага. И вот мы сюда приехали. Я не знаю, как у соседа клюет, но тоже перемещался что-то. Ага. У нас что-то поначалу клевало, что-то затихло пока что. Так, глубина какая у вас? 3 метра где-то. Ну, хоть есть плотва, да? Ну, да. Повеселее. Ну, да. Что-то... Поехали у тебя, спросим. Поехали, да, если что, может, сюда потом тоже где-то приземлимся. Ага.
Привет. Тоже пусто, да? Хватит. Тима. Все, поехали, а Тима. Они сейчас спокойнее дадут. Там ты король, а здесь уже вон король. Твоя территория кончилась. Поехали. Привет. Нормально так. Че, как у вас? О, тут тоже ловится, да, плотвичка? Да. О, блин. Потихонечку клюет. А там нет. Да не, мы на той стороне, он сидим, там окуня там такие вот. Он. А вот это он что-то сорвался, пальцы не порезало. Мормушка сорвала. Щучка, да, щучка могла? Щука, наверное. Наверное, что-то тащила тут, кричала, кричала. Я бур заберу. Оп! Попался окунь, хороший окунь, поймал окуня, смотрел в камеру подводную, когда окунь подошел, взял нимфу, я сразу подсек, не смотрел на кивок и поймал. Интересный опыт, зато я теперь стал понимать, какие размеры рыбы, вот смотришь в камеру, и какая она будет в реальности. Ну и не вот, вот он встал и стоит рядом. Че ему надо? Тут если лунок набурить, тоже можно окушков подловить. Будет. Ну их тут везде. Вот мы как вот туда бурили в том году, вот на ту сторону набуривали, и там попадали. Окуня. Вот,
Вот он стоит рядом и все, ему ничего не интересно. Наблюдает. Смотри, все равно. Попробуй такую дрожащую. Я пробую всякие вообще. Неинтересно, да, ему ничего? Вот он, ему интересно, он стоит, смотрит просто. Ну, я имею в виду, кушать не хочет, реакции-то нету. Сразу подошли. Ты вот ближе к дну положи. Вот прям. Ого. Сантиметр. Двое прямо вот с двух сторон встали и смотрят на них. Угу. На нюхочку зеленую. Представление покажу. Что-то. А, посыпался корм, испугались, разлетелись во все стороны. Да ладно. Аж камеру повело. Я почему-то наоборот всегда думал, что это. Но они так сдриснули его, опять обратно вернулись. Поняли, что происходит. Там корма немерено, они не жрут ничего. Я не вижу, чтобы они со дна собирали. Поймал плотву. Че ты прибежал? Поймал плотву. Плотва попалась на зеленую нимфу. Саня, вот он случай поймала. Да. Саня пришел. Вот со мной. Сразу поймал одну. Что, нас провожать пришли, да? Ну да. Тимоха. Занятой прям, самый занятой здесь. Ага. Тимоха. Больше всех надо. Вот Саша и Таня поехали домой. Давайте. Пока, парни. Пока. Удачи вам. И вам тоже там доехать. И вот Таня. Пока. Давайте вы тоже, чтобы доехали нормально. Все, звоните. Все, давайте, пока. Удачи. Ну а мы продолжаем рыбачить. Да, Сань? Все, у тебя там были поклевки? А я думаю, это сейчас... Поставить жерлицы, поставить, да и хорош, наверное, уже на средний. Закругляться будем. Ну вот уже свечерело. Рыба совсем перестала брать. И так плохо клевала, но совсем перестала брать. Пойдем сейчас поставим жерлиц немножко. Там штук 6-7. Вот немножко есть у нас тут живца. Не видно практически. Ну. Плотвы мало. В основном тут щука на плотву берет. Ну, поставим. С окушком поглядим, что будет, не будет. Цель у нас на самом деле сегодня не особо сильная рыбалка была, как вы, наверное, уже догадались. А приехали мы, грубо говоря, помянуть брата.
Он хотел на той стороне порыбачить. В общем, мы там порыбачили, окушков немножко поймали и все. Плотвы, к сожалению, нет пока. Поменяли место, потом еще одно место. И вот тут нашли плотву. Завтра, в общем, уже будет рыбалка более или менее. А сейчас пока пойдем поставим жерлицы. Флажки уже хотят быть поставлены. Флажки, да, уже вперед говорят. Рвутся в бой. Поставим одну жерлицу сюда. Тройник хороший. Если щучка будет, должна соблазниться. Хотя бы одну нам поймать, и то хорошо будет. Девушкам-рыбачкам надо дарить букет из флажков на жерлице. Девушкам-рыбачкам надо дарить хорошие рыбалки. Более или менее присыпали. Пишня есть. Раздолбим. О, сюда тоже вот такую плотвичку на большой крючок. Только вот лунки тут у нас сотка, конечно. А то вдруг попадется что-нибудь хорошее. Чего все хотят поймать и не вытащим. Пишня есть. Ну, пишня есть, да, будем долбать, если. Главное, чтобы попалось что-нибудь хорошее. Так, чтобы мы задумались написать название «Щука не лезет в лунку», да? Пойдет. Всю установку не будем показывать, уже ближе к оконцовке скажу, сколько поставил. Сейчас пока дальше побудем без камеры. Это уже темно, холодно, ничего не видно. В общем, поставили 8 жерлиц. Посмотрим, может быть, попадется завтра щучка. А так вот у нас улов за весь день — это 5 плотвиц и 3 окуня. Таких, которых, как говорится, не стыдно забрать домой. Че, Саша с Таней поймали штук 20, наверное. Тоже вот сколько, 3 места сменили. Саня, у тебя сколько примерно? 4. О, Саша, 4 штучки. Ну, надеемся, завтра мы наверстаем все. А пока будем потихоньку ужинать и укладываться спать. На этом все. Всем удачи и будь добру.